пришла выпустить наконец-то Лану погулять во дворе. Выходи, выходи, красавец. Вот сегодня с утра не получалось ее выпустить. Хотела, пришла, все как бы так к ней, а смотрю, там маленькие. Что ты уже жуешь, а, Лана? Ну, елки-палки. Уже что-то находит. Пошла проверка территории. Капец. Пришла сегодня с утра, хотела ее выпустить, чтобы она прогулялась по двору. А по двору, оказывается, гуляют, бегают сорочинята. Мася, Ланочка, Лана, Лан, иди сюда. Лан, куда ты там пошла? Вот елки-палки, не успеваешь за ней. Оказывается, там не один малыш был, а их, по-моему, трое. Что-то я насчитала. Один бегал по двору, двое, один сидел на кустике, третий на нижней ветке. Уже начинают понемногу летать. И я побоялась выпускать Лану, чтобы она на них не кинулась. Малыш, ну, Ланочка. Мася, что ты проверяешь уже? Нужно все обнюхать, нужно что-то найти погрызть. Какие-то палочки, какие-то что-то, что валяется, непонятно, что грызет. Так, надо проверить, да? Да. Боже, пока не проверит всю территорию, не успокоится, не сядет. Будет все смотреть. Вон какие-то от яиц, видите? Что-то непонятно видно. Лана, выходи. Лана. Я с утра хотела выйти посидеть, чаю попить ее, чтобы она пока побегала. Ага, не получилось. Лана, она тут начинает все исследовать. Уже пару дней ее не выпускала сюда, в этот двор. Так она сейчас каждый кустик, каждый закуточек проверяет. Все ли нормально? Все на месте? Лана, Лана, слышишь? Мась, ну-ка покажи свою морду. Покажи. Манёня. Слышишь? Ну, что ты отвернулась? Повернись сюда. Ась, ну? Манюня. Ну, иди гуляй. Иди. Вот такая вот. Мы часто выпускаем ее побегать, потому что ей там скучно. Здесь хоть какое-то что-то новое. Она вообще так любит наблюдать за всеми. Тут в этом дворике мало кто бывает. Все в основном рабочие на переднем дворе. А здесь, когда мы приходим, так она рада и счастлива. Или когда Элла выпускает сюда своих собачек пушистых. Там у нас, я вам еще как-нибудь покажу. У нас там есть питомник маленьких собачек, шпицов. Вот те шарики как вылетают, так это вообще... Лана сидит, как в телевизор наблюдает. Лана, опять жуешь, да? Лана. Ты морда такая. И находит всякие какие-то косточки, какую-то травку, что-то жует. Чего жевать тут? Вообще непонятно. Лана. Лана. Вот так вот. Вот такая вот у нас красавица.